Здравствуйте, граждане! В наш век товарного изобилия для обычного человека монтаж зеркала превращается из заурядной задачи в весьма сомнительный квест с туманными перспективами. Нет внятной инструкции и списка рекомендаций по выбору подходящего решения. Помимо механического, есть еще два способа крепежа, основанных на клеевых технологиях – клей-герметик и скотч. Я рекомендую скотч, так как он подходит в 90% случаев. Основные плюсы. Первый. Моментальная адгезия скотча, в отличие от клея герметика, которому, кстати, необходимо время для полной полимеризации за счет влаги в воздухе. На это может потребоваться неделя, а то и больше. Второе. Скотч не портит амальгаму. При выборе клея герметика легко ошибиться и испортить подчас весьма дорогое зеркало. Скотч лишен этого недостатка. Третье. У скотча нет запаха, и он не выделяет вредные вещества в воздушную среду. Чего, кстати, нельзя сказать про клеи герметики. Не все, конечно, но есть такие, которые выделяют. Четвертый плюс – это совместимость с большинством строительных материалов. Сюда входят керамическая плитка, шлифованный бетон, пластики, дерево, ЛКП, различного вида стали и металлы. Пятый плюс. Лента не боится воздействия воды и растворителей и способна работать как в помещении, так и на улице с температурным диапазоном от минус 40 до плюс 100 градусов по Цельсию. Шестой плюс. Для работы со скотчем не требуется дополнительный инструмент, не считая ножа или ножниц, в отличие от герметика, которому нужен еще и пистолет. Ну и последний плюс. У скотча нет срока годности как такового, то есть после монтажа вашего зеркала оно провисит ровно столько, сколько вам нужно, ну или пока вы его не разобьете. Все вышесказанное относится к ленте Rolin VP1C. Запомните, важно соблюдать условия нанесения ленты. Они простые, и я сейчас о них расскажу. Поверхности необходимо очистить от загрязнения и обезжирить изопропиловым спиртом. Скотч наносится на приклеиваемую поверхность, то есть в данном случае на зеркало. Ленту наносим вертикальными полосами. Так она работает максимально эффективно. Скотч располагаем равномерно по всей площади. Снимаем защитный лайнер. Позиционируем и прижимаем к ответной поверхности. Готово! Количество скотча зависит от массы закрепляемого груза. Для 1 кг требуется 60 квадратных сантиметров скотча. Для обычного человека рулон с промышленной намоткой 50 метров не особо-то и нужен. Мы это понимаем, поэтому предлагаем вам ту же самую промышленную ленту, но в меньшем объеме, а именно в рулоне по 5 метров. Это идеальная ширина 19 мм на 5 метров. Заинтересовались? Ссылки на товар в описании. Появились вопросы? Задавайте их в комментариях. А на этом наши полномочия все.